वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री कारे कन्हा की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के, राधा पदांक बिलस मधुर स्थली के, राधांग जस मुखम खंगांग बलि के, राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हम लोग गुरु वैष्णव के आदिवत्तम श्री गुरु वैष्णव мы совершаем Варшана Парикраму. Мы пришли в место, называется Санкарикор. Это место, на котором мы вообще находимся, называется Варшана. Каково значение Варшаны? Это место, где дождь возвышенной любви Шри Мати Радики, самой премы, бесконечно проливается. Господь всех вселенной, Шри Кришна, Кришна приходит в это место, где Он желает вкусить любовь Шри Мати Радхарани. Здесь проливается дождь премы Шри Мати Радхарани. श्री श्याम सुंदर को भी रंगा दिया करते थे, इसलिए उस स्थान का नाम है गिजे रत्नारायण गली, बल रंगली गली पसप, он поливает Кришну цветными красками, которые означают ее любовь. Это место называется Гали. Итак, Варшана. Это कठोर तपस्या श्री राधा रानी प्रेमे श्रीमती राधिके संतुष्ट हो गए। так мы сидим на двух холмах, क्या चाहिए शिव и ब्रह्माजी явился холмом в этом месте, чтобы доставить पर्वत रूप में प्रकट लेकर श्री श्रीमती राधिके он совершал аскезы, и тогда राधिका явилась его взор и сказал: чего ты желаешь? Я желаю стать холмом, чтобы на моей голове совершались твои игры, इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी я желаю вечно получать твои лотосные стопы себе на голову, так моя жизнь будет успешной. Итак, Брамаджи в облике холма присутствует здесь. Итак, Шримад Бхагаватам описывается, что Брамаджи во времена Шри Кришны похитил мальчиков, пастушков и теляк. Несмотря на то, что все это необычные личности, он похитил их. И что сделал Кришна? Кришна распространил себя в собственных телят и мальчиков-пастушков. Лекин яхапар ананта нараяна
Тогда Брахма увидел, что несмотря на то, что он похитил мальчиков, пастушков и телят, ничего не изменилось. Более того, он увидел, что и вселенский облик Шри Кришны, сам Господь Нарайана присутствует, и их миллионы и миллиарды. И эти игры проходят в каждой брахманде, каждой вселенной. Поскольку Кришна сарва карана карана, он причина всех причин, он верховная личность Бога. У него нет начала и конца. Он причина всех причин. И когда Брахма осознал величие Шри Кришны, он стал возносить ставы и стути. Но Кришна не был доволен им до конца. И так мальчики-пастушки спросились, а, откуда этот четырехглавый Брахмаджи появился? Он возносил ставы и стхути, ложился и вставал. Ложился и вставал, он желал обрести настроение Мадхури, немного сладости. Так он стал прославлять всех в Раджаваси. Махарадж цитирует. Брахмаджи сказал, вот пуня, какой великий дан совершили Браджаваси, что Парамбрахма, верховная личность Бога, становится лошадкой мальчиков-пастушков, и они садятся ему на плечи, подгоняют его. И также Кришна купается в любви Шримати Яшода Майи. И так он говорит перед ней, «О, Майя, я не воровал масло». Майя Мари, «Менехи Макханакая». Так Кришна, верховная личность Бога, говорит своей маме, «О, мама, я не воровал масло». Яшода Майя говорит, «Ты что, воровал масло?» «Нет, мама, не воровал я масло», отвечает Кришна. И также Кришна совершает расу, танец расу. И там каждой гопи Кришна говорит, если я буду жить дольше, чем Господь Брахма, я не смогу отплатить вам за вашу любовь. Я в вечном долгу перед вами. Итак, Радхарани проявляет свой ревнивый гнев, не желая встречаться с Кришной. И Кришна молится, «О, почему ты гневаешься на меня? Почему не даешь мне встретиться с тобой?» Итак, Брахмаджи познал величие Верховного Господа Шри Кришны и его сладостных игр. И Кришна ответил ему, «Если ты прославляешь меня, я недоволен. Если ты будешь прославлять моих преданных, это доставляет особое счастье мне». Так Брахма видел, что Кришна не удовлетворен его молитвами. И так Брахмаджи думал, как же мне доставить ему большее счастье. И тогда Нарада Муни спросил Брахмаджи, «Отец, зачем ты молишься обрести Гопи Бхаву? Почему ты желаешь ее?» Брахмаджи сказал, «О, Нарада Муни, эти Враджа Гопи — это необычные девушки-пастушки. Они проявления Ананды, Чинмайи, высшей бхакти расы, высшего счастья и блаженства. И они служат под руководством Радхарани, доставляя особое счастье Кришне. Если мы обретем хотя бы одну каплю милости Радхарани, мы обретем возможность служить Кришне, доставляя ему счастье. А так Брахмаджи думал, как же мне обрести Гопи Бхаву? Таким образом, этот холмы, которых мы сидим все с вами, это Брахма Парват, сам Брахмаджи, который молится о том, чтобы обрести Гопи Бхаву. В четырех сампрадаях Брахма, наша сампрадая Брахма Гаудия, Мадава сампрадая.
तो उन्होंने इनको क्यों स्वीकार किया? और तो तीन संप्रदाय था। चैतन्य महाप्रभु выбрал нашу संप्रदाय как главный институт. Почему? Потому что он видел, что Брама желает служить Шри Мати Радхарани ее лотосным стопам. Поэтому Махапрабху выбрал именно эту сампрадаю и как главную из всех четырех сампрадай. Шри Чайтанья Махапрабху явился в этом мире. Анарпита Чарим Чират Карунайя Ватернах Калао. Итак, это настроение любви Шримати Радхарани по отношению к Шри Кришне. Он пришел раздавать всем и каждому бесплатно, без каких-либо... Без какого-либо... суждение, кто достоин этого, кто не достоин. Он доставал, и это не раздавалось ранее. Только Шри Чайтанья Махапрабху стал раздавать Свабхакти Шри. Итак, Шанкар, Господь Шива, говорит Парвати. आप तो कृष्ण गोविंद राम नारायण अनंत अनेक बहुत सारे नाम कभी कभी बोलते हो लेकिन कभी कभी कृष्ण गोविंद राम गौरांग Но ты никогда не говоришь Гаура Хариша Читандан Гауранга. Необходимо воспевать эти имена. Также кто такой Шачинандана Гаура Хариша Читанья Махапрабху? Так Парвати задала свой вопрос. Кто такой Шри Шачинандана Гаура Хари? Услышав это, Шиваджи обрадовался и сказал, твой вопрос очень хороший. Поскольку ты одна из проявлений Радхарани, поэтому ты задаешь такой прекрасный вопрос. Он начал прославлять Шри Чайтанья Махапрабху, о славе Навадвипатхамы. मैंने समस्त धाम को दर्शन किया लेकिन अभी तक श्री वृंदावन धाम में मेरा प्रवेश नहीं हुआ। वृंदावन दर्शन नहीं कर पाए। इतने में देखो ये महाविष्णु स्वयं कह रहे हैं, बोले तुम क्या बोल रहे हो? अगर कोई बोले कुत्ते पकड़ करके समुद्र पार हो जाएगी, ये क्या संभव है क्या? बोले उसी तरह तुम कह रहे हो वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम को साधारण धाम मत समझो। Ты сам распространяешь славу Навадвипатхамы, и только через Навадвипатхаму можно войти во Вриндаван. Махавишну сам говорит, не рассматривайте Вриндаван, что это обычное место. Все живые существа во Вриндаване, личности, деревья, и во Врадже есть према саровара. Это необычный пруд. Манаси Ганга также необычный пруд. Это сердце самого Шри Кришны. Не нужно рассматривать, что это просто простые пруды. Нет. Земля Враджа невероятно возвышена. Это Брамаджи появляется здесь, как холм на Вархане. Также Лакшмиджи совершает аскезы Билвани, чтобы войти в танец расы. Шиваджи, Маха-йоги, высший среди всех полубогов. Он также принимает прибежище здесь. Удаваджи молится стать травинкой у подножия холма Гавархана. Итак, Махавишну говорит, даже я не контролирую Вриндаван. Услышав это, Анантадев расстроился. Если Махавишну не может войти во Вриндаван, то что же мне делать? Думал Анантадашеша. Махавишну говорит очень прекрасным образом. Слушайте внимательно. Чтобы войти сюда, во Вриндаван, очень простая вещь. Что нужно сделать? Сперва нужно совершить парикраму в Навадвипатхаме. Совершая парикраму в Навадвипе, Навадвипа дарует нам Враджа Прему.
очень легко, поскольку это милость Шри Чачинада на Гаура Хари в эту Кали-Югу, да, не Кали, милостливая Кали-Юга. Если кто-то отправляется в Навадвипу под руководством вайшнавов, совершая парикраму, и почитает пыль с этих мест, осыпая свою голову, вайшнавы молятся, Махарадж поет киртан. Нет никого милостливого, чем Гауранга Махапрабху. Хена према парачара, тупир брахма биринчира, панчита же прем, жагате фелила, дали, кангале пайя, гайла назия, бажайя каратали. ए मन गौरवी ना नहीं आर इसलिए श्री ब्रह्मानंद ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में इतने दयालु कोई नहीं Нет никого более милостливого, чем Шри Шичинанда на Гаура Харе Махапрабху. Брахма Шанкар, и даже сам Вишна молится о его милости, поскольку он раздает свою беспричинную милость, прему всем и каждому. Несмотря на квалификацию, Он раздает всем без исключения. Исследуя Шри Чайтанья Махапрабху, очень легко вы войдете в Ниврит Никунджу. Поэтому Господь Вишну сам проявляется в этом месте, показывая, насколько важно войти в служение Божественной Чите в Никунджу. Даже Господь Вишну проявляется здесь как холм и совершает здесь баджан. И как же обрести Кришну прямо? Нужно следовать Шри Чайтанья Махапрабху и принять прибежище его лотосных стоп. Поэтому проще отправиться в Навадвипу. Сейчас билет очень дешевый в Навадвипу. Купите билет прямо сейчас. И здесь этот канал, этот проход узкий, он называется Санкари-кор. Кор означает проходить. Санкари — холмы. Горы. С одной стороны Вишну Парват, с другой стороны Брахма Парват. И здесь узкий проход. Он и называется Санкири-кор. И сейчас такое чувство, как божественная чита Рада и Кришна проявились вместе сейчас. Когда будем проходите очень аккуратно, один за одним. Это очень узкое место. Нужно идти одним за другим. Почему? Почему так? Потому что мы совершаем баджан сами по себе. Потому что нам самим нужно прилагать усилия. Я рассказываю вам самый возвышенный секрет, очень сокровенные вещи. Ман-манам, мат-бхакто. Мы не должны никому даровать свое сердце. Мы должны отдать свое сердце только Кришне, говорит Кришна в Бхагавад-гите. लेकिन इसी देवता का मंदिर उसी देवी की मंदिर में उसी देवता का मंदिर में अभी भी भटक रहे नहीं भगवान कहते माम चाजी पूजा करना तो केवल मुझे ही पूजा करो माम नमस्कुरु प्रणाम करना तो किसको करना है बोले केवल नाम नमस्कुरु प्रणाम करना प्राप्त कर सकते हो अगर इधर उधर भागोगे ना तो तक तो तीन जगह से मैं टेढ़ा हूँ अगर तुम भी टेढ़े बनोगे मैं भी टेढ़ा बन जाऊंगा अगर एक मन से अगर मेरे को भजन करोगे तभी तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो अगर इधर उधर भागते रहो तो जिंदगी भर भजन में भागते रह जाओगे इसलिए यहाँ पर इसलिए गली इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए तगदा ते निस्मोजेश स्किताच्या तुत तां ते बुदेश इति прямо по направлению ко мне. Поэтому это место, Санкири-кор, очень узкое. У Махапрабху была прекрасная жена, как мисс Вселенная, Вишна-прия.
он принял саньяс. До тех пор, пока мы не примем саньяс, мы не, то не так легко обрести Кришну прямо. Если вы жена, то вам придется оставить жену. Если у вас... Если у вас жена, вам нужно дарить любовь жене. Если у вас дети рождаются, вы делите свою любовь и на детей также. Но если вы отречены от семейной жизни, вы направляете свою любовь только на Шачинандана Гаура Хари, на самого Шри Кришну. Итак, очень легко мы обретаем Кришна-прему. Просто необходимо погрузить себя в Кришна-прему, предаться Шачинандана Гаура Хари. Поэтому это према-марга, дорога любви на Санкарикоре, которую мы проходим один за другим, сами по себе, в этом узком месте. Гор, имя Гор означает Гамхир. Гамхир означает очень сокровенный, глубокий, то есть самое глубокое и настроение Шримати Радики. Оно настолько глубоко, настолько сгущенная любовь, которую она обладает по отношению к Шри Кришне. Итак, владелец всех вселенных, он бежит к лотосным стопам Шримати Радхарани. Кришна думает, я могу контролировать все, но я не могу контролировать любовь Шримати Радхарани. Я не могу понять ее любовь. Поэтому сам Кришна является в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху. Рада Бхава Сулалитам. Он принимает настроение ее сердца и принимает цвет ее тела, золотистый. Для чего? Чтобы вкушать настроение ее любви. Поэтому это место Гауравана. Поскольку это очень сокровенное, возвышенное место, наполненное сгущенной любовью Шримати Радики. Кришна никогда не приходит один сюда. एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में यहाँ पर आए इतने सखाओं ने बोले कन्हैया पेट में चूहे कूद रहे हैं कुछ व्यवस्था करो बोले चिंता क्यों करते हो कृष्ण यहीं पर खड़े हो गए एक में इतने गोपी दूध दही की Однажды, друзья ему сказали, о, Кришна, мы так голодны. И Кришна привел мальчиков-пастушков сюда. И гопи шли в этом месте, несли горшки с йогуртом. И Кришна кинул камень, разбил им горшок, и йогурт побежал. И так гопи были измазаны йогуртом и маслом. И так мальчики-пастушки повырывали горшки, украли все у них. Как в этом баджане поется? Сын Нанды Бабы, такой шалун, проказник, он украл все наши горшки, поют гопи. Мы пойдем жаловаться Нанди Бабе, говорят гопи. मेरे नंद जुको लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डे ये भजन यही पर है हैं बोले नंद जुके लाला अलबेला मेरी मटकी में मार कौन सा मटकी में सिन नंद बाबे लाला ओन कृष्णा उनका जो तेरे से चितवन नहीं हैं उनका तीर है उनको он кидает камень и разбивает наши горшки а вот जादू है इसलिए क्या चाल साल अलबेल के Сала Алла Бела. И сердца гопи наполнены премами Кришне. Эти горшки с йогуртом и маслом олицетворяют их прему в их сердцах. И Кришна кидает камень в эти горшки. Яшода Май говорит, Бхагаван послал мне тебя в качестве сына, но не в качестве девочки, не дочкой. Если бы ты был дочкой,
Тогда все бы стремились жениться на тебе, говорит мама Ишода. И гопи говорят, мы шли здесь со своими горшками, а он кинул камень и разбил наши горшки. И так Радхарани создала план. Завтра мы сделаем засаду в этом месте. И как только Кришна появится тут, мы ему устроим. И так гопи попрятались здесь за кустами на следующий день. И Кришна пришел. И он пытался вновь забрать горшки у них. И так они сбежали, стали щипать его. इतने में लहंगा चुनरी उनको पहना दिए हैं, लहंगा चुनरी पहना दिए, सर पर मटकी रख दिए और बड़ी सुंदर उनको एक गोपी बना दी। ललिता сказала, хватай этого черного плута. Они переодели его в женские одежды. Мотки фут гई. Поставили ему горшок на голову, за шикху привязали к дереву. И Ллита кинула камень. Когда Радика показала своими глазами, бросай камень. एक से एक बार उठ बैठ उनको उठ बैठ बैठ कर आया इसलिए कहते ना के बापा बे वा के पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी बाहे के बापा बे वा के पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी बाहे देखो नापराध परसुद परम ब्रह्म है बोले जिनकी एक इशारा पर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए लेकिन आज कैसे ब्रज गोपियों को चक्कर में पड़ करके भगवान को कान पकड़ बैठना करना पड़ता है और हा हा खाना कृष्णा इसलिए ऐसे दुर्लभ स्थान раздает благословения в различных брахмандах. Сегодня он одет в одежды гопи, и на его голове стоит горшок, который скоро будет разбит. Итак, мы молимся в этом месте, пылись этого места. С какой целью пришел Шри Чайтанья Махапрабху раздавать прему? Мы также жаждем обрести ее. Мы очень удачливы, что мы пришли в сампрадаю Шри Чайтанья Махапрабху. Другой сампрадай, вы не обретете эту возвышенную любовь, прему, божественной чите ради Кришны. Необходимо скитаться из одной сампрадаи в другую. Необходимо находиться в этой сампрадаи и совершать баджан Бхагавану. На этом Махарадж закончил.